Такое небо голубое. Ну, в точках. 300 километров. Пушкинско-Горский какой-то район. Остановка у нас. Отдохнем немного. 310 километров. Угу. 15.03. Угу. Красота, картина маслом. Конечно, мы устали маленько. Да. Ой, кто это там едет? Кто это там едет? Это мы, смоляне. О, приехали. Лес стоит загадочный. Шикарный, пришикарный. Вот что я нашла. На трассе грибы продаются пачками. А здесь фиг найдешь. Недалеко мы заехали в лес. Но грибов здесь нету. Продают лисички, маховики. Все у дороги здесь собрали. И все в продажу. Все в дело. Ему еще поганку. И все на этом. Будем обедать дальше. Лес шикарнейший. Грибов здесь, конечно, много бывает, но народу очень много на трассе сидит. Единственный подберезовик у меня тут вот. И то он уже, видимо, такой не первой свежести. Он мягкий, точно будет червивым. Но он мне не нужен. Мы завтра поедем в свои листички куда-нибудь. Ландышей полно, цветут, даже брусничка. Но я ее не беру, она у дороги все-таки. Давно не видела страфарию, вот она. Очень интересный гриб, хороший, шикарный, прекрасный. Вот как он растет. Но я его брать не буду, он здесь один. Я бы его взяла бы в суп, но он здесь один. Мы не так близко у дороги. Уехали. Но дорога шумит, конечно. Вот такая вот страфария. Очень красивый гриб. Интересный. А сваришь, он такой желтоватый, такой беленький. Красивый очень. А пластинки у него темненькие такие. Не буду его трогать, потому что он здесь один, пусть разрастается. Все. А нам сюда и на трассу. Отдохнули. Время 12.51. Едем дальше. На Смоленск. Из Питера. Подожди. Время 13.51. О, еще хорошо. Проехала я вон сколько. Километров 100, наверное, проехала. Не